прогонишь? Ты с ума сошел? Так, в нашем доме гостей со двора не прогоняют. Витюша, пошли книжку читать. Пойдем? Мама, я хочу с дядей Пашей. Я сказала, иди. Я в отпуск приехал ненадолго. Если тебе неприятно меня видеть, я уйду. Паш, я очень рада тебя видеть. Я столько лет извиниться хотела. За то, что тогда наговорила. Я думал, ты меня не простишь никогда. Ты не виноват. Шторм был. Так случилось. Столько времени прошло. Столько всего изменилось. Вите уже 6 лет. Лен. А ведь он... Жакин сын. Да. Но Жака так и не появился ни разу. У него своя жизнь. Он женат на Свете Коваленко. Знаю. Я их встретил недавно. Капитан первого ранга Виктор Колесов. Пошли, я тебе своих пиратов покажу и корабли. Корабли? Корабли – это хорошо. Не возражаешь? Не возражаю. Ну что, не ожидала такого гостя? Не ожидала. Это черная борода, это рыжая борода. Они пираты и грабят торговое судно. Как видят большой корабль, сразу на абордаж. Ничего себе! А где их корабли? Корабли у них из кубиков. Мама свой не дает. Говорит, сломаю. Это непорядок. У пиратов должны быть свои корабли. Мы с тобой их построим. Черный бороде фрегат, а рыжий бригантину. Прямо сейчас? Ну, прямо сейчас не получится, потому что нужных материалов нет. А каких? Настоящих, корабельных. Ну, у меня дома должны были остаться. Я тебе принесу. Завтра. Завтра. Ты чего? А ты не мой папа? К сожалению, нет. Но я бы очень хотел, чтобы у меня был такой сын, как ты. Привет, котенок. Чем ты там занимаешься? Нам в садике задали нарисовать семью. Витька говорит, что на самом деле это не рисунок, а психологический тест. Ух ты. Я тебе рисую джинсы и футболку с короткими рукавами. Ты же в футболке? Угадала. А где ты? Ты скоро приедешь. Не знаю, мышонок. Как получится, я сразу приеду. Ты там не скучай без меня. Ой, я постараюсь. Света? Света, Света. Перестань доставать нас своими звонками. Ты понимаешь, что ты здесь никому не нужен? Ни Машке, ни тем более мне. Мама! Рисуй давай. До свидания. Свет... Надоело мне это все. Заблокировать. Все. Вы не можете позвонить этому абоненту. Да. Паш, ты приходи. Я приду завтра. Хорошо. Я Витьке обещал. Ну, раз обещал, значит, точно придешь. Лена! Лен, Владимир Николаевич звонил. Сказал, чтобы ты завтра в 7 утра выходила. Лена, это он про что? Про работу!
работу! Ну, поздравляю. Пока. Пока. До свидания, баб Шур. Пока. Получается. Ну-ка, быстро все ко мне поплыли! Кто не хочет учиться плавать, быстро из воды! Внимание, приготовили! Сделаем стрелочку в ту сторону и обратно, понятно? Начали! Что? Это тебе не богатеньких деток в индивидуальном порядке учить. И ко мне! И тут я вас разочаровала. Ну, так не разочарован. Сделай так, чтобы я этому гордился. Стрелочка, стрелочка, ножками. Ручки, ручки вытяни. Как хорошо, что мама нас с тобой сюда отпустила. Жалко, конечно, что сама не пошла. Ну, у нее работа новая, это важно. А мы потом сюда еще все вместе обязательно придем. А знаешь, что это за место? Мы с твоей мамой и еще одним другом когда-то здесь все время проводили. Костры жгли, мидии пекли, рапанов. Рыбу ловили и жарили прямо на камешках. Я рыбу терпеть ненавижу. Ой, а ты ее ловил хоть раз? Ну ничего, мы это обязательно исправим. А вообще у нас с твоей мамой в детстве была мечта. Отремонтировать этот баркас, спустить его на воду и уйти далеко-далеко в море. Здорово. А давай эту мечту исполним? Не знаю. Мы ведь с мамой уже совсем взрослые. А хотя ты прав. Давай эту мечту исполним. Ну что? Пойдем спускать фрегат на воду. Давай, давай. Сейчас сезон, уже все спелые. Ма, ба, если вы видели, как плыл наш фрегат, как настоящий? Так он и есть настоящий. Только маленький. Дядя Паша, только дай волю. Он тебе целый флот построит. А что? Я могу. А я буду помогать. Можно? Ну, конечно, можно. Я ж теперь без тебя никуда. Ну что, Витюш, пошли. Спать пора. Ну, мама, я хочу с вами. Так, обязательно, но завтра. А сейчас наш самолет отправляется в пункт назначения. Эть, кровать! Ура! Ребята, построились все быстренько вдоль бортиков. Ну что, Колесова? Владимир Николаевич, я сама. Ну, сама так сама. Сегодня трое из вас получат разрешение позаниматься со старшей спортивной группой. А это будут те, кто лучше всех выполнит упражнения, которые мы с вами учили. Сегодня мы опять будем делать стрелочку. Ручки наверх, ладошка на ладошку, ушки прижали. Выдох в воду и работаем ножками. Всем понятно? Да. Молодцы. И вы это все сами сделали? Ну да, так тоже. Витюш,
Принеси молоток, пожалуйста. Осторожней, Витя! Ну вот поранишься, и что мы потом маме скажем? А мы ей ничего не скажем. Мы же договорились. Это наша морская пиратская тайна. Молодец. Давай, спасибо. Елена Викторовна, а правда вы были чемпионкой? Правда. Но сейчас мне больше нравится заниматься с вами. А вы можете из меня сделать чемпионку? Я буду очень стараться. Вместе с тобой, конечно. До свидания. До свидания. Лена. Мне некогда. Подожди, я хочу видеть своего сына. Кого? Нашего сына, Лен. Жека, это мой сын. Ты от него отказался еще 7 лет назад. Как я мог от него отказаться, если я о нем вообще не знал? Мама твоя знала с самого начала. При чем здесь моя мама? Я не знал. Значит, не хотел знать. Ну, вот мне правда, он мне ничего не сказал. Я только вчера узнал, я чуть с ума не сошел. У меня есть мой сын. А мне об этом никто не сказал. Ты думаешь, я Светку любил? Меня заставили на ней жениться. Жека, мне это безразлично. А мне нет. Я хочу все изменить, хочу все исправить. Я хочу растить своего сына. И быть с тобой. Ты понимаешь, что ты несешь? Да, понимаю. Я все для вас делаю. Я тебя увидел, я просто проснулся. Я понял, что моя настоящая жизнь, она осталась там. В столице, в съемной квартире. А потом я же какую-то чужую, не свою жизнь. Я больше так не хочу. Я не могу так жить. Я хочу быть со своим сыном. Я хочу быть с собой. Женщиной, которую я люблю. Дело в том, Жака, что я тебя уже не люблю. Заснул крепким пиратским сном. В тебя просто замечательный парнишка растет. Ты чего? Жека приехал. Один? Вроде как ушел от Света. Говорит, что ничего не знал про Витю, что мама ему ничего не сказала. Теперь хочет быть его отцом. А Витька что-то знает об этом? Ничего. Я давным-давно придумала сказку про папу-разведчика. Что теперь делать, я даже не знаю. Нужно сказать правду. И потом, пацану плохо без отца. Поверь мне. Я не могу его простить. Он нас бросил тогда. Это обида в тебе говорит. Ты ведь знаешь, что я прав. Лен. Я всегда буду рядом. В любом случае. Здравствуйте, Колесов Виктор Викторович. Почему Колесов? Ты Новиков. Новиков Виктор Евгеньевич. Почему это?
Потому что я Новиков Евгений Владимирович. Я твой папа. Папа, ты вернулся из секретной командировки. Да, я вернулся. Да, я вернулся. И я теперь всегда, всегда буду рядом. Это... О, классно. Я знал, что ты скоро приедешь. Я приехал сразу, как только смог. Вот мама обрадуется. Да только ты пока никому не говори. Я же тайный секретный разведчик. Понимаешь? Хорошо. Давай мы с тобой сами встретимся где-нибудь. Угу. Давай, у старого баркаса. Ты же знаешь, где это? Мама мне рассказывала. Да, я знаю. Витя, марш домой. Сколько можно говорить, не выходить на улицу одному? Ну, мам, я сейчас. Когда ты будешь у старого баркаса? Скоро. Ты меня слышишь или нет? Вот чего ты выскочил? А? Кто это был? Посылку от папы принесли. Так это что, папа был? Так, а ну, марш домой. И чтоб через порог не ногой. Что ба? Вот будешь бурчать, так вообще на ключ закрою. Давай. Капитан Новиков Виктор Евгеньевич. И теперь все дети меня слушаются. Даже Владимир Николаевич зауважал. Ну, я в тебе и не сомневался. А давай скинем провизию бабушке, возьмем Витьку и купаться на море. Давай. Здрасте, баб Шур. Привет. Лен, по-моему, Жека к Витьке приходил. Что значит, по-моему? Ну, кто-то пришел, этот сорванец за калиткой выскочил. Но я из окна-то видела, что кто-то пришел, а сослепу не разглядела. Ну, а потом он говорит, посылка от папы. Ну, а глаза бегают и молчит, как партизан. Сейчас узнаю. Витюша! Витя! Витя. Его нет нигде. Номер абонента находится вне зоны действия сети. Это точно он. Витя! Витя! Мальчика? Маленького. 6 лет, русые волосы. Нет, не видели. Капитан Новиков Виктор Евгеньевич, к выходу в открытое море готов. Девчонки, мальчика не видели маленького такого светленького? Его. Чувствую, его нет. Его нет в Приморске. Да успокойся ты! В конце концов, что он может плохого ему сделать? Команда! Немедленно устранить течь! Где мой сын? Какой сын? Элеонора Михайловна, Жека дома?
Нету. Разрешите войти? Стоять. Жека хотел увидеть Витю. Он приходил сегодня. А теперь Витя пропал, а Жека не берет трубку. Ты что себе придумала? Зачем вы Жеке нужны? Когда ты, наконец, перестанешь приплетать свои проблемы к моему сыну? Не плевать на вашего сына. Но своего я ему не отдам, понятно? Лен, их здесь нет. Пойдем, надо еще проверить наше место у баркаса. Решили тут тайно встретиться. Папа, ты пришел. Анна, тихо. Я сейчас. Ты когда-нибудь научишься думать головой? Да ты чего, Лен? Ты вообще понимаешь, чем это могло кончиться? Ты назначил ему встречу у моря, у баркаса? Мама, не обижай папу. Это я его сюда позвал. Не ругай его. Ну да, конечно. Как всегда. Наделал дело, виноват кто-то другой, да? На этот раз мог погибнуть мой сын. Да это и мой сын! Только не надо тут при пацане. Потом выясните свои отношения. Он-то тут при чем? Пошли, Витя. Я хочу с папой. Бабушка уже волнуется. Папа придет потом как-нибудь. Я очень тебя жду. Паша. Я вас догоню. У отца решил поиграть. А ты че? Че ты вокруг моего сына вьешься? Думаешь, так Ленка тебе простит гибель отца? Да не тебе меня в чем-то упрекать, понял? Был шторм. Вот именно, что шторм. И неисправное судно. А ты даже не удосужился себе жилет найти. Неисправное судно? Что ты сказал? Да убери руки! Тесть случайно сболтнул. Судно было аварийное, поэтому и затонуло. И ты молчал. Все это время знал и молчал. Да, молчал. А что? Ували в свою Аргентину. А мы здесь без тебя разберемся. Обещай мне, что ты так больше никогда-никогда делать не будешь. Честная капитанская. Мам, пообещай мне тоже. Что? Что ты больше не будешь ругать папу. Спать.
Молодцы, ребята, на сегодня все. Давайте, освобождаем бассейн. Елена Викторовна, мы будем тренироваться на открытой воде. Ваша группа со следующего года. Ну, ты в море купаешься? Купаюсь. Ныряй, плавай, будет результат. Ты сегодня была самая лучшая, правда? Кстати. Правда? Правда, правда. До свидания. До свидания. Че, устала? День был тяжелый вчера. Не привыкла еще. Ну ничего, привыкнуть-то ты привыкнешь. Но ты должна понимать, что это будет повторяться из года в год одно и то же, только лица меняются. И очень редко попадается по-настоящему перспективный ребенок. И то... Вы до сих пор на меня сердитесь. Ой, я тебя умоляю, Кулисова, чего мне на тебя сердиться? Жизнь есть жизнь. Я сам ушел из спорта из-за травмы. Но разочарование осталось. Ты ведь могла быть настоящей звездой. Таких, как ты, у меня ни до, ни после не было. Значит, так должно было быть. Витя всех наград стоит. И я ни на секунду не пожалела, что так поступила. А когда я тут ребят тренирую, я счастлива. По-настоящему. Крылья вырастают. Может, это мое призвание? Призвание у нее. Я таких высоких слов не знаю. Закрывай бассейн. И знаете, я в институте восстанавливаюсь. Просто хочу, чтобы вы знали, что я серьезно настроен. Думаешь, он сможет дать показания против собственного тестя? Бывшего тестя. У него какой-то зуб на него есть, ну и вообще. Даст как миленький. Алексей, в любом случае нужно добиться пересмотра дела капитана Колесова. Если судно вышло в море в аварийном состоянии, и капитан об этом не знал, виновный должен быть наказан. Да. Да я и сам об этом думал. Ты знаешь, сколько раз за все это время Коваленко загонял нас в море на неисправных судах? Еле живыми возвращались. И все молчали? Конечно, молчали. Ты же сам знаешь, что с работой было туго. Но больше мы молчать не будем. Я поговорю с остальными, и мы добьемся пересмотра дела. Я тебе обещаю. Что ты здесь делаешь? Лен. Я обещал Вите, что я приду. Я все понимаю, правда, но давай как-то мириться. Налаживать отношения ради сына. Ради сына? А что я ему скажу, когда ты уедешь? А я никуда без вас не уеду. Думаешь, я просто так приехал? Я больше не работаю на Коваленко. Я разослал свое резюме в различные компании. В том числе международные. И ну, и угадай, откуда мне прислали ответ. Мне неинтересно. Из Швеции. Мне там дают отличное место. Квартиру для целой семьи. Мы можем уехать все вместе. Ты, я и Витька. И бабу Шуру потом с собой со временем заберем. Как у тебя все просто складывается. Лен, я понимаю, ты мне можешь не верить, но я по-прежнему тебя люблю. И не было бы ни одного дня, чтобы я не сожалел о том, что произошло. Я просто поддался обстоятельствам. Я виноват, но больше... Я никогда тебя не брошу. Я вас никогда не брошу. Поехали со мной. Я сделаю вас там счастливыми. Мы будем путешествовать по фьордам, гулять по Стокгольму, есть шведскую кухню. Я понимаю, что я сейчас как снег на голову свалился, тебе нужно подумать. Ты подумай. Но, пожалуйста, не тяни. Мне нужно срочно дать ответ. Оборону! Вау! Ну ты даешь! 7-3. Вообще.
Ленка, ну сын у нас обыгрывает меня как мальчишку. Ну, папа тоже хорошо играет. Ну, не так хорошо. Давай, разводи. Лен, мы тут посовещались и хотим у тебя завтра отпроситься на настоящий футбол. М? Играйте лучше дома. Ма! Ты думаешь, я с тобой ребенка отпущу? Ну, так пошли с нами. Ну, мамочка, ну я тебя очень прошу, почему ты не веришь папе? Я не могу, у меня тренировка завтра с утра. Но могу я с ними пойти. Во! Разве что так. Есть, ура! Дай пять. Ну, продолжаем. Так, переводим на правый фланг. Оп. Ты чуть-чуть не залетел. Так, аккуратно. Пустишь? Заходи, конечно. Паш, я даже спасибо не успела тебе сказать за Витю. Если бы не ты. Да ладно. Ты же тоже меня когда-то спасла. Теперь мы в расчете. А помнишь, что я тебе тогда сказал? В детстве. Помню. Паш, я так рада, что ты снова появился в моей жизни. Как я тогда не рассмотрела тебя, не поняла, что... Я должна тебе сказать. Что? Витя, он, конечно, очень тянется к тебе. Но к Жеке тоже. А ты? Он нас зовет с собой за границу, в Швецию. У него там работа. Поедешь. Я должна думать про Витю. Ты бы как поступил на моем месте? А я не могу за тебя решать. Это должно быть только твое решение. Я пойду. Может, у папы какие-то важные дела? Или телефон у него сломался, чтобы нам позвонить? Ну, давай, давай, ешь. Не хочу. Папа? Папа! Привет! Здрасте, Бабшур. Привет. Что это с ним? Да Жека обещал его на футбол сводить. Да, наверное, забыл. Ему-то что? А Витюш вон целый день его ждет. Сыночка. Сынок. Вечер скоро, а ты спишь. Как вечер? Как вечер? Почему ты меня не разбудил?
Почему ты меня не разбудила? Ты же знала, что я Витьке обещал. Ну, подумаешь, обещал. Тебе же на всех наплевать. На всех. Ты женила меня на Светке, чтобы Коваленко своему подмазаться, подачки от него получать. Целый пансионат себе отгрохала. Счастлива? Ты рада? Я тебе не позволю больше ни одного дня в моей жизни испортить. Ты сам себе все испортишь. Да? Это потому что ты воспитал меня таким же, как ты сама. Сопляк, я тебе не позволю, слышишь? Мне плевать, что ты там позволишь или нет. Теперь я сам решаю. Куда ты собираешься? В Швецию. Я заберу Ленку и Витьку. И ты меня больше никогда в жизни не увидишь. Бабушка, ты что, отпустила Витю одного с Жекой? Некуда было его отпускать. Почему? Не явился твой Жека. Как? У взрослых так бывает. Внезапно дела какие-то важные. И ничего не поделаешь. Нет. Он просто наврал. Мой папа врун. Ну все, 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 все. Тихо, тихо, успокойся. Успокойся. Смотри. Твой парусник. Классный. Угу. Витя, у нас мало времени. Завтра я уезжаю. И нам нужно успеть закончить то, что мы начали. Спустить баркас на воду. Он же затонул. Нет. Его прибило к берегу, и дед Степан его уже чинит. Ты же будешь ему помогать, когда я уеду? А ты надолго уезжаешь? Ну, пока на полгода. А там как получится. Ой, да не получилось. Что? Видимо, Пашка и успокоил его. Бедный мой малыш. О, явился, не запылился. Интересно, что он сочинит на этот раз. Ленка, родная, прости меня. Нам подтвердили контракт. Я весь день бегал и трясал. Можем ехать в столицу, можем собирать вещи. Срочно регистрироваться и оформлять документы на выезд. Издеваешься? Ну почему издевается? Натрепался пацану. Теперь же нужно как-то выкручиваться. Че? Тут как тут? Че тебе надо? Че ты все время лезешь? Иди по-хорошему, я тебя как человека прошу. Да мне ничего не надо. А вот ты? С чего это вдруг такая любовь через столько лет вспыхнула, а? Светка послала. Из-под крыла Коваленко тоже турнули. Слушай, ты не лезь в мою семью и к моему сыну. А ты бы лучше с утра вспомнил, что он у тебя есть. Что ты сказал? Что слышишь? Что ты сказал? Прекратите вы! Лен, да ты вообще кого слышишь? Я вас обоих не видеть, не слышать не хочу. Всю жизнь только и делаете, что красуетесь передо мной. Теперь то же самое с Витей повторяется. В итоге что? Вы же исчезнете оба. Что я ему скажу? Я вам не позволю своего сына разрывать, понятно? Пошли вон. Уходите. Мария. Что смотришь? Извини. Ты понимаешь, мы будем счастливы.
Я все для вас сделаю. Я всегда буду рядом. Я тебя люблю. И завтра 8 я за вами заеду. Ровно 8. Хорошо подумала. Да, бабушка. Я очень хорошо подумала. Красавчик. Беги ко мне. Папа, привет. Иди ко мне сюда. Иди, иди. Ты мой хороший. Ну как ты? Ты же мое счастье. Ну как? Готовы? Угу. Витя, попрощайся с папой. Он отправляется в новую секретную командировку. Что? Держи. Мне это уже не нужно. Папа, можно будет присылать тебе открытки? Конечно. Счастливо тебе начать новую жизнь. Поехали. Теперь опять одни с тобой и бабушкой остались, как раньше. Нет, ну почему? Мы позвоним дяде Паше, пойдем с ним гулять. Не пойдем, он тоже сегодня уезжает. Как уезжает? Хотел тебе сказать, подняли все документы по делу капитана Колесова. Твои показания очень помогли. Да и вообще, если бы не ты, сам понимаешь. Ну, как говорится, 7 футов под килем. Пашка, возвращайся. Такие люди, как ты, нам очень нужны. Спасибо. Будет видно. Вернусь.
наша детская мечта. Скажи мне, то, что ты сказала тогда в детстве? Я клянусь любить тебя вечно.